я думаю, что это должно, мы должны этим заниматься обязательно, потому что наука должна развиваться, техника должна развиваться. Я думаю, на каком-то этапе это будет экономически оправданным, потому что добыча таких редких полезных ископаемых, которых и вот это условие глубокого вакуума, которое есть на Луне, конечно, это будет экономически оправданно. Но и как научный эксперимент это тоже должно быть. Конкурировать придется, потому что как минимум Соединенные Штаты, Китай, Евросоюз, ну и, наверное, Япония будут иметь возможность вместе с нами участвовать в этих процессах. Ну и потом человечеству свойственно вот это движение, открывать все новое, познавать все новое. И потом надо учитывать все-таки наш колоссальный опыт в освоении космоса. Поэтому я за то, что мы не только Луну, да и Марс уже надо потихонечку готовить, экспедицию на Марс.